этого паука не хочу пускать. Опа, готово. Баночки. Крупные. Есть фокус. Хорошо. Будет по ней ролик, значит, определю, что за вид. Будет кормление, небольшое содержание. Долго не буду ее держать. Наверняка она беременная. Разглядим получше. И все, сделаю ролик по этому пауку. Привет, любители пауков! Чуть больше недели прошло с момента выхода предыдущего ролика. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Фрагмент его был в самом начале. И в этом ролике я поймал такую вот аллопикозу, которую обещал снять в следующем видео. Ну, не обещал, конечно, в следующем, но сказал, что будет про нее ролик. И вот это будущее настало прямо сейчас. Прямо буквально на стадии монтажа я смог определить и вид этого паука. Этот паук называется барабанная дробь Аллопикоза стреотипис. Что нам про этого паука скажет Википедия? Да ни черта она не говорит. Паук из семейства Аллопикоза встречается в Европе и в Азии. Все, больше ничего. На другом сайте я нашел, что размер тела самца составляет примерно 11 мм, а самки 13, то есть чуть покрупнее самочка. Всемогущие интернеты ничем нас не смогли удивить, так что буду теперь сам раскапывать информацию, и у меня будет своя паучья Википедия. Так, ну короче, паука я этого принес домой. Как я и предполагал, это была самка беременная. И через 3 дня буквально вот такая картина. Сплела она, короче, себе такую вот нору в земле и скрутила там кокон. Интересный факт заметил. Пауки-волки, как известно, таскают кокон с собой везде. В природе часто можно встретить паука-волка бегущего, и у него вот под брюшком кокон висит. Это значит, что с помощью какой-то паутины вот они держат кокон в себе под брюшком. И он никуда не отваливается. Ну вот, я разрушаю верхнюю часть ее норы, это укрытие этого. И получается, кокон она цепляет. Вот, даже сейчас видно на кадрах, что она что-то там шевелит своими паутинными бородавками. Кокон цепляет и перехватывает его как-то и восстанавливает потом через некоторое время это укрытие и закрывает вход. А вход она закрывает, потому что аллопикозы сидят в норе до того, как паучата вылупится из кокона, из яиц. Что еще могу от себя добавить? Паук хватал таракашек очень резво. Не как те, вот, которые у меня другие аллопикозы, видео про которые есть, там аллопикозы куниата. Но сейчас я уже сомневаюсь, что это куниата, мне кажется, что это пульверулента. Уж больно она темная для куниаты. Видео оставлю сейчас, вот ссылочка там в углу должна появиться. Так, ну что еще могу сказать-то? Аллопикоза и аллопикоза, короче, это покрупнее. Та, которая была раньше, помельче. В среднем около сантиметра по телу эти пауки. Сейчас вот еще немножечко небольшой отрывочек, как она там защищает. Посмотрите, какие у нее хелицеры мощные. Эх, ужас, страх, боюсь, не знаю как. Укусит. Так, ну и сейчас еще несколько фотографий в конце ролика. Посмотрите обязательно в хорошем качестве. Я прям старался, фотографировал в макро. Ну и так, смотрите фоточки. Поставьте лайк обязательно, кому понравился этот ролик. Старался, искал информацию. Всем спасибо за просмотр и пока.